Я вот и мечтаю, чтобы скорее двумя ногами на тело ели. Присутствие он заметил, что не забывает. Сказать, что мы всегда его ждем, что мы гордимся, что вы наш земляк. И я даже больше скажу за себя, что мы будем с вас помнить. Александр Владимирович, я горжусь тем, что вы меня наградили высочайшим званием народного артиста Донецкой Народной Республики. Вот ни у кого этого звания. Мне плевать на эти санкции, как сказал депутат Соболев, на Кобзона наложили вето. Мы на вето положили это. На санкции кладем. Поэтому я горжусь тем, что я вами признан. Я горжусь тем, что ношу высокое звание, и просил министра культуры, который отнимает у меня последний хлеб, поет. Значит, я просил его не забывать, какое бы вы звание ни объявляли мне, народный, советского, лауреат и так далее, не забывайте, что у меня есть уникальное звание народного артиста Донецкой Народной Республики. Нести в России. И в России должны это услышать и узнать через комсомолку, через наши сердца и души. И уверяю вас, мы никогда, когда люди кричат во след нам, не забывайте нас, Россия не забудет ли нас? Да никогда не забудет. Генетически Россия не может забыть, потому что Россия гордится вами, гордится и выживает. Мы гордимся вами, и мы хотим быть рядом с вами, мы хотим быть достойными вас. Потому что вы даже себе не представляете, только история рассудит нас, только история расскажет миру правду, который сегодня не знает этой правды. Всем большое спасибо. Хочу почтить минутой молчания память о тех людях, которые сегодня мы похоронили. Прошу вас.